Приветствую, друзья, а мне там сделали замечание, а что вы там сначала очки имеете, потом их снимаете, а потом говорите. Кошмар какой. А я написал, ну вот, дело в том, что свет в глазах смотрящего. Поэтому, если человек в таком диком напряжении, он естественно, такие отзывы пишет только в диком напряжении, потому что он реагирует на то, какие у меня очки, вместо того, чтобы слушать, о чем я говорю. Он контент не слышит вообще, потому что у него внимание отключенное на понимание смысла. Он видит только форму. Форму видит, какая рубашка у меня, какая картина у меня. А то я специально поставил картину свою старую, которая уже несколько лет, потому что ко мне написал письмо скрипач. Он написал, что он там в аспирантуре учится и пишет свою работу аспирантскую по зажатости скрипача, по биодинамике скрипача. И он ко мне написал, могу ли я ему дать совет. И, конечно, я могу дать совет, и я его жду, и поэтому я поставил эту картину про скрипача. У меня, посмотрите, глаза как звезды. И звезды на фоне, и дороги, и смычок. Ну, короче говоря, у меня там такое перекрестие разных реальностей и времен одновременно, как и искусство, которая все охватывает. И поэтому вот я жду скрипача, и мы с ним сделаем ролик, но уже после вебинара. Потому что вебинар у меня вот будет, как мы все договариваемся, завтра в 20 часов. Мне часто пишут и звонят, а где взять ссылку. Слушайте, друзья, под роликом есть комменты. Есть прикрепленный коммент, посмотрите там, пожалуйста. Потом мы в сетях распространяем. Потом я хочу сказать нашим участникам Школы Человека Божьего, Homo Futurus, с большой благодарностью и уважением, что я, может быть, успею сегодня раздать пригласительные, которые приходят уже несколько лет ко мне, бесплатные входы. Для почетных участников, которые всегда активно участвуют, пишут комменты с вопросами, с пожеланиями, с отзывами и ставят лайки для продвижения нашей школы. А те, которые этого не делают, естественно, этого не получают. Но я хочу перед всеми сказать, что я не успеваю. Ко мне сейчас, вот, и вчера, и сегодня очень много людей звонят с просьбой о помощи. У нас же канал как бы благотворительный, я всем помогаю, и поэтому я все время вот сижу, они потом мне звонят на WhatsApp или в Skype, и я там им помогаю, вывожу их из стрессов, из паник, помогаю, как улучшить ночной сон. Ну, короче говоря, я вот этим занят и не всегда успеваю, просто всю жизнь успевал, всем посылал бесплатные входы для почетных участников. А сейчас вот такая лавина, которой я должен помощь оказывать. У меня просто физически времени не хватает. Вот я хочу, чтобы вы это учли. Если кто-то не получит приглашение, чтобы понимал. Тем более почетный участник. Так вот, друзья. Смотрите, вебинар у нас будет, естественно, уникальный, потрясающий, потому что у нас всегда новые элементы, у нас всегда новый алгоритм. И это детская игра, которую вы играли в детстве, и потом, которую мы сейчас по новому алгоритму выйдем, сыграем 5 минут, после которого у вас наступит такая вот освобожденность, такое состояние, такое вдохновение, когда вы будете чувствовать и понимать, как решить свои вопросы, самые разные. Да, и потом, ну, короче говоря, сами увидите. А теперь до встречи. До свидания.